В Магадане начали высаживать первые цветы. Сегодня сотрудники комбината зеленого хозяйства поместили саженцы, которые растили и берегли в теплицах предприятия больше 3 месяцев, в вазоны в центре города и на городской площади. Это настурция. Скромный цветок совсем скоро распустится, украсит город морем ярких красных и голубых цветов, охапка ярко-зеленых листьев. На посадку растений в вазоны специалистам понадобится несколько дней. Мы традиционно всегда начинаем первые посадки именно с вазонов, так как это такая достаточно трудоемкая работа, очень много адресов разбросано все по всему городу, поэтому мы традиционно начинаем с вазонов. По центральной улице Ленина прошли мы от часовни Георгия Победоносца и вот заканчиваем на площади Магаданской. К Дню России городские цветы посадят в открытый грунт. Сейчас им готовят землю в центре города. 180 тысяч цветов украсит летний Магадан. Королевой улиц станет календула. Самая неприхотливая, она раскрасит город в оранжевый цвет. Королем считают полуденник. Летом в солнечную погоду они превращаются в яркий красно-фиолетовый ковер. Общая площадь городских вазонов и клумб составит более 4000 квадратных метров.